14 февраля, в День всех влюбленных, в ресторане «Золотой Феникс» состоялось праздничное мероприятие «История любви двух сердец». Ее инициатором выступило общественное детско-молодежное объединение «Vita Style». Для влюбленных слонимчан был организован конкурс, главным призом которого стала путевка на двоих в Прагу. За нее поборолись 4 пары. Им предстояло пройти следующие романтические этапы – признание в любви, танец и, наконец, умение креативно дарить друг другу подарки. Ведущим на данном мероприятии был знаменитый белорусский шоумен Дмитрий Карась. Любовь берегите, ее сохраните. Через совместную жизнь пронесите. И скрепнут чувства год за годом. Пусть поцелуя будет медом. Детей здоровых озорных. Люби всю жизнь без выходных. Радуем всегда друг друга и дарим позитив. А роман наш через годы также будет красив. Вместе за руку идите каждый день и каждый час. О прекрасной свадьбе на вашей вспоминайте и вас. Желаю, не было в жизни промашек. Дети цвели, хорошо и ромашки. Желаю счастья большого-большого. Живо светло, да, проходит. У вас паспорта штамп и на пальце колечко. Радуется и ликует сердечко. Встретились в мире две половинки. Общая в жизни теперь их родинки. Желаю счастья нам, удачи и на долгие года. А будет петь сердца горячие, пускай не счастье никогда. Берегите вы друг друга, будьте рядышком друг с душой родной. Согревайте твою йогу, весь любовь есть дар земной. Спасибо. Но я там запутался по очередности, но главное, что руками, не без головы. Да, складывайте вот листочек. Так, раз. Да, раз. Два. Все, два раза. Угу. И теперь своими руками создайте звездочку для своей любимой. Танюша, смотрите, сегодня парню сможете сделать удивительный подарок. Нет, это можно отрывать. Как хотите, вот она должна быть просто аккуратнее кормить. Не знаю, зачем их заставил это сложить, но, наверное, для того, чтобы это было сложнее. А почему никто из них из очумелых ручек не спросил, какую звезду? Пятиконечную, конечно, но ее сложнее просто вырезать руками. Игорь, какой-нибудь фон? Стоит отметить, что на вечере присутствовала пара, которая вместе уже 25 лет. Это Петр Александрович и Марина Антоновна Копец. Они получили подарок от райисполкома и множество пожеланий в свой адрес. Мы хотим поздравить вас, пожелать вам мира, добра, счастья, всего самого хорошего, доброго и светлого. Хотим сказать спасибо вам за замечательный жизненный пример, за пример счастья, семейного благополучия и, самое главное, за пример большой, чистой, красивой и достойной любви. Спасибо вам, с праздником! Светлана Ильинична Матушка, это директор медицинского центра «Медслон-сервис». Я знаю, что у вас в руках сертификат на какую-то очень важную и полезную, да, на здоровую жизнь, да? Ваши поздравления. Счастья, любви, усердства, желания, мечты ваши обязательно сбудутся. Здоровье главное. И сертификат на здоровую жизнь. Вручайте. Хотя, скажем по секрету, те, кто влюблен, они, наверное, к врачам не обращаются. Так ли это? По-разному. Бывает, да, по-разному.
У нас сегодня вот собрались будущие наши молодожены, будущие пары, которые в этом году собираются связать себя узами брака. Какой бы совет вы дали им? Как дожить до серебряной свадьбы? В мире, согласии? Уступать и уважать друг друга. Любить, прежде всего. Доверять друг другу. Уважение. И мне сегодня очень приятно поздравить замечательную пару, которую вот я смотрю на их светящиеся глаза, и мне кажется, вы только-только начинаете жить, как первый год. Поэтому я искренне поздравляю вас вот именно с такой датой. Вы действительно, вот такие семьи, это пример для всех, особенно для молодых. Вот здесь присутствуют молодые пары, которые, наверное, еще только-только собираются связать узы. И берите пример. Поверьте, вот, что вот такие вот семьи, наверное, вот эта опора государства вот на таких людях, на любви и держится все остальное. Мир прекраснее, мир чудеснее, мир добрее. Вот символ вот этих сердец, сердечко вот это вот я вам хочу подарить, и чтобы оно у вас еще долго-долго радовало, наверное, не один еще десяток, а мы бы очень хотели вас видеть еще и в 50, и в 75. Вместе, вместе. А вообще, мне хочется сказать, вот этой замечательной паре Горько. Для гостей праздника было устроено красочное шоу, в котором выступили воспитанницы Vita Style, студии восточных танцев и другие таланты. Помните, когда вы совершили самый гордый поступок? Сейчас, когда вы увидели человека, ставшего самым любимым. Помните, Николас Сторн, остришь с искусством. Just one night, oh God. Just one night, oh God. Just one night, oh God.
апогеем вечера стал розыгрыш главного приза для романтических пар. Чтобы выиграть путевку в Чехию, нужно было победить в интернет-голосовании. Пары выложили в соцсети свои фото, которые они сделали в начале мероприятия с помощью профессионального фотографа. Набрав 35 лайков до конца вечера, победа и главный приз – поездка в Прагу – досталась Виктории Ивановой и Павлу Макута. Остальные участники также не остались без подарков. Романтический ужин в ресторане выиграла пара Ольга Трубила и Сергей Пугацевич. Сертификат на здоровую жизнь получили Наталья Ярасько и Руслан Денисов. Пара Анна Манцевич и Степан Яловчик не только получили подарок, но и приглашение на бракосочетание в отдел ЗАГС. Подвел итоги вечера руководитель Vita Style Виталий Жилинский. Сегодня 14 февраля, день Святого Валентина, день влюбленных. Поэтому у нас открылся новый проект. Организатором является общественное объединение Vita Style. Проект называется «История любви двух сердец». А как возникла идея создания данного проекта? А спонтанно. У меня всегда приходит все спонтанно, и все идеи, они имеют глубину и, конечно, хороший результат. Поэтому я решила, почему бы и нет. Мы оказываем помощь детям-сиротам, мы оказываем помощь детям-инвалидам. А почему не помочь молодоженам в наше трудное теперешнее вот время, которое настало, помочь с организацией свадьбы, найти хороших партнеров, кто сможет предоставить скидки, кто может предоставить им какие-то подарки, порадовать. И, естественно, вот открытие сегодняшнего вот нашего проекта удалось благодаря нашим партнерам. Я могу сказать одно, что в любом случае мероприятие состоялось, это уже огромный плюс. Конечно, не хватало мне больше пар будущих молодожен, но есть тому объяснение. Сегодня будний день, во-первых. Пары, которые регистрировали свой брак летом, в августе, они находятся не в Слониме. Поэтому сорвать их с работы, действительно невозможно. Но перенести это мероприятие на выходные, это уже не день Святого Валентина. Поэтому, как уже вышло, ни в тесноте, да не в обиде, одним словом. Поэтому герои у нас были, пары у нас состоялись, путешествия мы разыграли благодаря туристической компании Zephyr Travel, благодаря нашему генеральному партнеру Юрию Николаевичу Адамчуку и ресторану «Золотой Феникс». Потому что поддержать идею, мало ли у кого возникают какие-то идеи в голове, и эту идею нужно реализовать. Поэтому благодаря нашим родителям, нашего моего созданного общественное объединение Vita Style, благодаря партнерам, которые смогли оказать помощь, поддержку для будущих молодожен, предоставили 20% скидку на свои услуги, это огромных денег, на самом деле экономия бюджета. Поэтому у нас проект состоялся, он будет работать на протяжении года. Все молодожены, кто будет подавать заявление о регистрации своего брака, они будут получать возможность воспользоваться скидкой. И также Алексей пошел еще на один замечательный подарок. Он предоставляет 7% скидку для всех молодожен на свадебное путешествие. Вот, поэтому мы будем рады видеть всех молодожен, мы будем рады им помочь. Для того, чтобы у них создавалась крепкая, дружная, и идеальная семья. Спасибо. Каким образом отбирались пары для данного мероприятия? Это не кастинг, это не конкурс «Мисс Беларусь», Маш, который ты снимала. Здесь у любви нет возраста, у любви нет каких-то границ. Поэтому пары приглашались все, у кого получилось сегодня прийти, создать этот праздник, в первую очередь для себя, тот и пришел. Вот те пары и разыграли все подарки. Все остались с подарками, потому что я благодарен, конечно, и отделу ЗАГСа Виктории Ильиничной, которая всячески помогла максимально в ее силах в короткое время. К сожалению, плохо то, что всякие бывают ситуацию в жизни, к примеру, золотая свадьба, юбиляры, они должны быть у нас на мероприятии приглашены, мы подготовили подарки, дипломы, но, к сожалению, сегодня один из наших героев очень сильно заболел, все-таки люди пожилые, вызывали скорую помощь, поэтому они и не пришли. А так, у нас по планам нашего проекта должна быть и золотая, юбиляры золотой свадьбы. Будет ли продолжаться данная традиция? Конечно, будет, мы его только начали.